Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке, и на моем канале я показываю ваши заказы, а сегодня я показываю те сумочки, которые сейчас еще есть в наличии. Я выкладывала ролик из магазина вчера по поводу Хамид, и то, что сейчас осталось там, я могу вам сказать, зеленый шопер, конечно, сразу забрали, у меня на него вот такой был список желающих, кто хотел его забрать, и первая девочка его же и забрала. Но у нас остался точно такой же шопер, но в рыжем цвете. У нас уже такой был. И девочка, которая его выкупила, она и зеленый тоже хотела. Но не достался ей зеленый. Но мы всегда не расстраиваемся, когда они стоят, потому что мы знаем, что ваша сумочка будет еще лучше. Выпадают отсюда пакетики, держатели влаги. Вот. Но непосредственно вот этот шопер, я даже там под комментарием посчитала его стоимость. Можете зайти посмотреть, как эта стоимость складывается под комментарием в комментарии под предыдущим роликом из магазина. Потому что вот этот $425 он стоил, и их очень часто покупают по такой стоимости. Например, вот на черный мы с вами также и не дождались скидок. А вот в этом цвете сейчас, ну, это шикарная возможность, конечно, за $148 его изначальная стоимость. А как расчет складывается, уже у меня покупая, вы можете зайти в предыдущий ролик из магазина и посмотреть в комментарии, я расчет сделала. Девочка там запрос оставляла. И поподробнее этот шопер хочу вам показать. Кожа у него не мягкая, как вот будет вот у следующей сумочки. Я сейчас ее покажу поближе, она тоже есть в наличии. Вот у бренда Хамид вот такие вот необработанные краешки, это их такая фишечка. Вы к этому должны быть готовы, чтобы потом не говорили, что я вам не очень хорошо показала. То есть вот этот момент есть, что придает изюминку этому бренду. Вот, вот такая вот удобная мягкая сумка, огромный карман сзади, нет никаких, кстати, по складкам красная, нет никаких, никаких длинных ручек, только одни, две длинные ручки и никакой другой длинной ручки. Вот такой вот внутри красивый цвет подкладки, вот такой большой объем. Так, пыльничек, естественно, хамитовский есть. И что здесь из кармашков, давайте посмотрим. Только вот здесь вот держатель под карточку и два накладных кармана, ну, чтобы телефон так вложить или, может быть, кошелек, чтобы далеко не искать. Никаких других кармашков под замочком нет, но есть один общий замок на весь отдел, что очень даже важно для нас. Ну, и вот этот кармашек я вам показала, который на задней стеночке. Здесь, кстати, красная проглядывает. Вот у всех сумочек такая штучка. Так, и что я? А, и вот хотела здесь показать, как вот выбит Хамид название вот этого бренда. Вот здесь видно. Вот такой вот это шопер, вот с такими ручками. Вот он в наличии еще есть. Также в наличии у меня здесь сейчас есть, ну, я бы уже сказала, набор. Потому что я его сейчас уже предлагаю как набор. Вчера еще в магазине я показывала кошелечки отдельно. Причем кошельки там несколько было. Что осталось в магазине? Осталась одна сумочка с клапаном. А, вот такая сейчас покажу. Тут она у меня есть. Ну, я ее поподробнее даже не знаю, рассматривать вам или нет. Потому что я точно не знаю, есть ли они там еще. Но если кому-то она нужна, вы еще раз в том ролике посмотрите, то я могу написать продавцу, и она мне ответит, есть или нет. Но это уже непосредственно под заказ, если кому-то такая сумочка нужна. Я такие часто показывала, синие или какие-то синие с голубым. Вот здесь вот она тоже, кстати, вот у нее красный между швами проглядывает цвет кожи. Так, а что за цена у этой сумочки? 155-75. Вот, одну мы забрали, она наша, все, она уже у девочки. А если кто-то захочет вторую, то для этого мы будем писать продавцу. Ну, а уже, чтобы вы захотели, я вам поподробнее ее покажу. Ой, а у этой, кстати, подкладка замшу, вот такая вот под замшу. Вот у того шопера простая подкладка, а вот этого под замшу. Сейчас посмотрим, какая подкладка у второй сумочки, которая в наборе есть у меня. Вот. Так, про эту все понятно. Две ручки у нее, обе открепляются, обе не стационарные, то есть они вот на такое кольцо прикрепляются карабинами.
что хорошо, длинная ручка вот такая вот широкая, потому что вот у хамита моего, который я ношу, такой двойной с двойными клапанами, ручки тоненькие. Вот такая тоже есть, но я ее даже не прикрепляю. А вот длинная ручка тоненькая, а вот у этой вот такая вот приятная широкая. И та же самая история вот с этой сумочкой. Но вот эту сумочку в магазине ее уже нет, а если вы хотите непосредственно вот эту вот забрать, то уже придется вам ее забирать в наборе с кошельком, потому что они уже у меня в наличии. На 65% всегда возврат всего 3 дня, поэтому я ее возвращать не буду и кошелек, соответственно, не буду. И у нас с вами остается она с набором. У нее цена получается, она $445 стоила, чуть дороже, чем вот этот шопер, и, соответственно, если шопер 425, то со скидкой в 65 он стоил 148 стоит, то это стало 155,75. Вот такой вот большой кармашек на задней стеночке, но подкладка, как у шопера, из ткани такой попроще, не такая замшевая, как вот у сумки с клапаном. Здесь колечки крепятся вот так, и две ручки, одна вот такая же небольшая, и ремень точно такой же, как вот у той сумочки, вот такой вот широкий. Вот такая вот она внутри, у этой уже есть кармашек под замочком. Это на задней стеночке, там, где вот с этой стороны карман у нее есть. Здесь, кстати, тоже красная такая вставочка между швами. Под звук зашумевшего камина, наверное, мы заканчиваем рассматривать свою сумочку, начинаем рассматривать кошелек. Так, все, мне кажется, я про нее показала, рассказала. Вот такой вот длинный у нее замочек. Вот такой вот она формы, если сбоку на нее смотреть, треугольный. Ну, здесь как бы вот этот клапан, его можно вот так вот чуть-чуть закладывать, когда вы будете ее на себе носить. Ну и носиться она, соответственно, будет либо на длинном ремне, что я последнее время практикую, либо вот с этой ручкой вы сможете ее использовать. И поскольку она идет в наборе с кошельком, то кошелек тоже имеет смысл рассмотреть. Кошелек очень мягкий, очень удобный. Смотрите, какой он тоненький, а сколько в нем отделов, просто сказка. Вот, у него передняя, получается, стеночка вот эта, потому что вот здесь вот теснение, название. Здесь также встречный шов, и внутри там красная прошита подкладочка. Так, что у этого с подкладкой? Вот так вот он открывается. Так, здесь все пришиты карманы. Один отдел под замочком. Получается, он на передней стеночке. С такой же вот собачкой она... Ой. Так, здесь подкладка обычная, красная. Здесь просто кармашек под замочком. Никаких там больше нет слотов. Ничего такого. Здесь слоты под карточку. Вот здесь вот они короткие. То есть он прошит вот так. Смотрю, сейчас большой карман. Здесь нет большого кармана, а вот здесь вот большой карман. В эту сторону тоже большой отдел. И вот здесь вот слоты под карточку. Ну, тут получается по два с каждой стороны. А вот в этом три. Один, два, три с этой стороны и два с этой стороны. Вот, вот такой вот это классный кошелечек на кнопочке магнитики. Вот такой вот у нас хамит. С вами. Для лета цвет самое оно. Так, все, я на этом закончу, потому что хочу сейчас еще два ролика записать вам про Армани и про что-то у меня еще для вас есть. По-моему, из Джамашоп очки посмотрим сейчас. А в этом ролике я с вами прощаюсь. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких. Всем всего доброго. Пока-пока. И по старой сложившейся традиции, один раз не пока, в магазине не только оставалась вот одна вот эта сумочка с клапаном, и там оставалось две сумочки-малышки, которые я показывала. Если я об этом не сказала в ролике, то вот это дополнение я сюда включаю. Теперь пока-пока.